Добрый день, уважаемые коллеги. Вы находитесь на канале «Двигатели Дуйнова». С вами Александр Сударев. Сегодня с нами в студии Дмитрий Александрович Дуйнов. Расскажет нам интересную информацию. И мы продолжим цикл нашей рубрики «Ответы на вопросы». Всем здравствуйте еще раз. Добрый день, уважаемые инвесторы, партнеры, коллеги. Наверное, уже надо какую-то рокировку делать со временем, да, поменять. Да. Говорящего, ведущего можно оставить. Но потому что все-таки надо как-то освежать формат. Мы освежили студию чуть-чуть. Видно, уровень техники у нас немножко подрос качество. Надеюсь, и звук у нас подрос по качеству. Сейчас, если смотреть просто как мы с Александром смотримся на фоне декорации, да, там наложение на ногу, это одно, а если посмотреть, конечно, на помещение, то за прошедшую неделю оно претерпело некоторые изменения в части шумоподавления. Добавились новые элементы, которые немножко эхо задавили. Работы еще до конца не закончены, но они ведутся. Так что мы погрязли хоть в какой-то части в строительстве, да, в оборудовании. А теперь к новостям более глобальным. Значит, пошла обратная связь с экспертизы. Значит, нам назад больше возврата не было. Проект проходит экспертизу. Есть некоторые замечания. Замечаний, не так много пока что, но и не так мало. Там всего лишь несколько сотен, 200 замечаний сделано, порядка 200 замечаний. Сейчас специалисты работают, поэтому, уважаемые партнеры, коллеги, инвесторы, многие говорят, что Европа, там, это супер-пупер, высший класс. Проект архитектурной части сделали европейцы, небезызвестный всем Блонг, ответственный за это дело, компания. На первых же этапах сразу столько замечаний. Ответственный исполнитель – Блок. И, как говорится, нефиг на зеркало пенять, как дорожа крива. И все эти европейские нападки, опять-таки, извините за мою политику, на нас, что мы там не то, мы не сё, а они такие крутые. Их крутизна где вылилась. И сейчас в преддверии приближающихся праздников там нас обвиняют. Россию обвиняют во всех смертных грехах, там уже договорились за то, что Россия начала Великую Отечественную войну, Советский Союз, вернее, да? А хотя история показывает, что вся Европа обрела, практически 99% государств обрели государственность благодаря России и Советскому Союзу. Африка, Ближний Восток и так далее, и так далее. Китай, Корея, Япония, и там все по перечислению. Колониализм разрушила Россия. Так что нефиг пенять, и не надо заниматься нам самоуничижением и самобичеванием, которое навязали либерасты всех мастей. Пусть они сами с этим расхлебываются, разделываются, а мы должны знать себе цену. Поэтому цена Европе, всех их там представлением, какой они высокой культуры производства и все остальное, они показали на деле. А исправлять придется... Придется. Да, я надеюсь, что мы к сроку успеем все. К завершению этих 45 рабочих дней мы успеем все замечания устранить и пройти экспертизу достойно. Подкорректируем наших партнеров европейских, как говорят, небезызвестные персонажи, личности, масштабом политическим. На 1000 порядков крупнее нас. Тем не менее. Поэтому работа по проекту идет. Тяжелая работа, потому что доработки они требуют еще дополнительно сил устранения всех замечаний. Поэтому все находятся в работе. Это то, что касается строительного блока. Что касается наших дел, связанных с разработками, то можно... сказать следующее, что я уже говорил про это, что музыка
пишется выдающимися людьми. Потом те люди, которые не могут писать музыку, по этой музыке пишут науку. Все выдающиеся музыкальные произведения подпадают под теорию музыки, под научные труды. Но ни одно выдающееся музыкальное произведение не было написано по теории музыки. Никому это не удавалось. К чему я все это сказал? К тому, что мы сейчас, наконец-то, смогли сформировать первые технические задания на проектирование электрических машин вращающихся. Ну, в частности, вот у меня в руках документик такой, вот он небольшой, полез стать из его, да, он, это болванка, да, тут все, тут полтора десятка страниц, которые будут дополнены еще. Ну, техническое задание будет содержать где-то порядка 30 страниц. На какой-то конкретный? На один конкретный двигатель. Ну, казалось бы, что можно про двигатель такое написать в техническом задании, чтобы нас только занимало. Ну, да. Но в техническом задании содержатся ответы на все вопросы, которые могут быть заданы проектировщиком и потребителем продукции. Потому что есть такая поговорка среди разработчиков, что хорошо составленное техническое задание – это 99% всей работы разработчика. Потому что для того, чтобы собрать вот этот вот документ, сформировать его грамотно и правильно, нам пришлось работать долгое время. В принципе, вот этот документ – это квинтэссенция работы за 2019. И причем здесь музыка, да? А музыка при том, что мы на самом деле сделали эти двигатели. И уже по факту написали вот эту теорию. А иначе не бывает. И если кто-то будет говорить о том, что вот когда к вам приходят, там, вот дайте техническое задание. Как потребитель может дать техническое задание? Я всегда возникал вопрос, я все время от этого немножко приходил в такое вот состояние очумения. Почему? Потому что если ты разработчик, действительно разработчик, ты должен подсказать потребителю. А он уже посмотрит, это устраивает или нет, или какие-то пункты убрать. Потому что потребитель не является разработчиком. Поэтому грамотно составить техническое задание может только лишь сам разработчик. То есть получается, это, наверное, говорит о том, что в будущем, если обращается заказчик двигателя, и он не является разработчиком, он не понимает всех этих тонкостей и нюансов, мы же сами помогаем ему грамотно сформулировать эти задания. Но это уже совсем другой уровень. А вот это вот как раз первые образцы технических заданий пошли. На основе, они составлены по результатам работы, на основе тех результатов, которые мы получили в лаборатории при исследовании характеристик многих двигателей, многих вариантов технических решений. И тут заложено очень много чего. Очень много. Потому что тут вот начиная от механической характеристики, которую должен обеспечить двигатель, до размещения, климатического исполнения. Потому что вот климатическое исполнение, допустим, арктическое, либо тропическое. А разница должна быть существенная. А разница в чем? Что в тропиках существуют такие насекомые, бактерии, которые сжирают не только изоляционные материалы, но и алюминий. Даже так. Поэтому там не годится. Представляете, да, это даже не только климатические условия, то есть там, извините, холодно, жарко, влажность повышенная, но еще и бактерии. Это здесь все отражается. А всегда ли это учитывается крупными производителями двигателей? Всегда. То есть это как бы обычная международная практика? Это всегда должно учитываться. И транспортировка, хранение, размещение, периодичность обслуживания, все. Очень много чего здесь изложено. Практически на любой вопрос, который у вас может возникнуть в отношении этого двигателя, вы найдете ответ здесь. То есть все-таки стоит учитывать, что техзадание – это не только о создании двигателя, но и о последующей его жизни, эксплуатации. Всей жизни. Вплоть до утилизации. Все требования отражаются здесь. Тогда теперь уже не кажется, что это довольно много страниц для одного двигателя. Ну, это квинтэссенция всей этой работы, которую мы проделали в 2019 году. Это вот та незаветная работа, которая велась ежедневно, со всеми трудностями, со всеми делами. При этом были исследованы различные схемы, различные типы двигателей от различных изготовителей, материалы, там очень много чего было исследовано. И оно вот легло в основу этого.
Включая даже то, что вот мы исследовали методы повышения коэффициента полезного действия двигателей не только за счет изменения обмоток, а за счет даже самых примитивных вещей, которые, вот, казалось бы, отработаны десятилетиями, и которые, казалось бы, ну что там рассматривать, что там может быть еще, когда все там известно. Нет, эти простейшие действия позволили нам там, температуру корпуса понизить, и КПД немножечко повысить и так далее. И, в принципе, когда мы посчитали экономику, если эти мероприятия выполнены по двигателю, сколько они стоят, сколько они дадут прироста по экономии электроэнергии, и за какое время, за какой период времени они окупятся потребителю. Оказывается, 3 месяца. Если двигатель работает в составе там, насоса, то хотя бы по 6 часов в день. И за 3 месяца она окупается. То есть, получается, мы проводили различные тесты, мы проводили и сравнительные испытания с двигателями, которые построены на классических обмотках, и славянка, различные габариты, различные температуры. Различные схемы славянки. Различные схемы даже. Даже схемы, один и тот же габарит, но... Один и тот же двигатель, но различные схемы. И насколько я понимаю, некоторые из этих испытаний можно найти на официальном канале двигателя Дуйнова, на коем сейчас вы и находитесь. Да, они есть на... Кое-что есть на... форуме двигатель.myfor.ru, и я думаю, что мы в ближайшее время постараемся разместить протокольчики и отчеты о выполненных НИРах на сайте. Просто у нас там есть задержки, некоторые проблемы с поиском специалиста для работы сайта, сайтом, потому что надо сайт админа, который мог бы поддерживать и сопровождать сайт, и который был бы в прямом доступе, не работать через 4 головы, а непосредственно подчинение для того, чтобы можно было оперативно все эти вопросы решать. Потому что когда ты через 3 головы передаешь, а тебе потом туда передал, а туда вот как видишь только на странице сайта, а потом опять обратную связь, ну это слишком длинно путь. На данном этапе это дорогое удовольствие. Это точно так же, когда я вот все время говорил, что я был противником преждевременного введения Solar Group в состав учредителей Совалмаш. Но это оказался 4-10 раз прав. Почему? Потому что некоторые решения, которые приходилось принимать, связанные там с внесением изменений, устав части, допустим, введения интеллектуальной собственности, уставной капитал. Был бы один человек, съездил бы Игорь Николаевич, там решение утвердил, налоговый, все это провели, зарегистрировали, все. Никаких проблем, да, с нотариусом. А когда несколько человек, попробуй их собери. Один в командировке, потом с командировки вернулся, другой заболел там, третий еще что-то и так далее. Это в результате растянулось на большое время. Некоторые говорят там о форме доверенности. Какие проблемы, да, от этого человека. Но о форме доверенности это тоже дело. И не все действия можно осуществлять через доверенность. Лично присутствие. Вот пойдите в пенсионный фонд, да, допустим, или в налоговый, там, личный кабинет через доверенность откройте. Вам откроют. Вам откроют. Только что-нибудь другое. Да, поэтому все эти предложения, это досужие рассуждения. Вот, но с учетом того, что проблем и так хватает, и создавать их еще дополнительно, это только надо быть идиотом. Тем более, что введение в состав учредительства Solar Group ни к увеличению потока инвестиций, ни к ускорению движения проекта не привели. А к созданию проблем и торможению отдельных решений и действий, да, создали. Создали проблему на ровном месте. Это только русские, наверное, такие изощренные мазохисты, которые создают себе проблемы. Причем, когда эти проблемы создаются, по натию восторженных мальчиков, которые там с горящими глазами, восторженные, там, бегут пламенные революционеры, которые давайте сделаем, давайте. Ни черта не понимающие в этих делах. Никогда не создававший бизнес, не понимающий, что происходит и как он работает. И вот этот восторг юношеских горящих глаз, он меня всегда приводил в умиление. И сколько раз можно делать одни и те же ошибки, сколько раз можно по тем же граблям скакать. Новое поколение приходит и опять по граблям. Ни черта ничему не учится. Вот не зря Кедмин сказал, что... Одна из передач, вот его слова золотые, сказал, что подготовка курса молодого бойца... Что в современной армии, что в римской армии времен. Это было давно. Да, еще 2000 лет назад. Ничем не отличается.
Ничего не поменялось. Ничего не изменилось. И здесь не меняется. Выскакивает восторженно. Да, мы тут сейчас счастье привалит. Привалит. Так привалит, что еще мало не покажется. Но дело в том, что проблемы создают одни, разгребают их другие. Это точно так же восторженные пламенные либералы. Я помню Рыжков, когда первый съезд сидит, был премьером, как сейчас говорят, да? Эти депутаты кинопринимали всяких льгот, мер. Рыжков выходит и говорит: послушайте, а чем их будем выполнять? Чем наполнять? Где деньги? Где деньги? Жириновский тот же самый, вместе эти сидели, да? Мы приняли, ты выполняй. И где теперь от этого выполнения Советский Союз? И в какое дерьмо опустили все население бывшего Советского Союза, России в том числе? В каком дерьме? Сколько людей из-за этого погибло, из-за этих, а ты выполняй? Тоже восторженные либералы взлетели, вот эти соросята со всей этой шоблой, гайдаровская чума вся эта, которая принимала все эти решения, да, и потом понеслась. К этому приводит. В проектах такое недопустимо. Недопустимо. И больше таких шагов не будет. Я специально согласился на это вещь, чтобы потом на конкретном примере показать, к чему это приводит. Всевозможнейшие вопросы партии «Дай порулить». Поэтому кому-то это умиление греет, он, может быть, с восторгом сидит, слюни пускает вокруг того, что там стало. Но на самом деле ни к пайщикам, ни к дочкам это никакого отношения не имеет. Отношение это будет иметь только тогда, когда пройдет процедуру преобразования в акционерном обществе. Вот тогда будет конкретно иметь. А сейчас гарантии это никому не добавило, проблем добавило. Какие гарантии у дольщиков, которые несли деньги? Ну да, Solar Group защищает полностью интересы дольщиков. Ответьте мне, каким образом? Каким образом она может защитить? Вот так. Защищается здесь, в проекте. Здесь, потому что здесь все конкретно, прозрачно, видно и ясно, и четко понятно. Есть баланс, который представляется, есть недвижимость, есть объект интеллектуальной собственности, есть активы, есть пассивы. Все есть. Есть нематериальные активы. Все у нас здесь. Все посчитано, учтено. Проверено постоянно, под контролем, и оно защищено. Поэтому дополнительная защита это не создала, проблем создала очень много. Очень много. Так что, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы, просьба ко всем вещам, которые называются, говорятся, относиться серьезно. И не заниматься шапкозакидательством. Не надо. И призывать к шапкозакидательству. Не надо. Потому что мы все заинтересованы в благополучном развитии проекта. Потому что если кто-то положил на алтарь этого проекта деньги, я положил свое имя. Ставки несоизмеримо выше. И четверть века жизни уже. Сколько еще? Не знаю. Все в руках Божьих. Если человек предполагает, судьба располагает. Поэтому ставки и гарантии несопоставимы, несоизмеримы. Если кто-то готов поставить свою судьбу и свое имя, пожалуйста, милости прошу. Тогда будем обмениваться мнениями. А затем, позвольте, решать буду я в эти моменты. Иначе бардак, потому что когда начинает собираться демократическое, сообщее, коллегиальное принятие решения, это коллегиальная безответственность. Ответственность, когда принимает решение один человек, и он за него несет ответственность. Тогда это решение, тогда это ответственность. А когда мы тут посовещались и под протоколы решили, это раньше были, называли их кивалами, сидели на судах там, во многих, и депутаты тоже, многие сидят кивалы в муниципальных образованиях и везде. Что они решают? Да ничего, они законов даже не читают. Порой. Теперь следующий момент насчет вызова, насчет того, что мы собрали деньги, и уже все счастье привалило нам, мы все зафинансировали.
Коронавирус рубанул. Да, у нас не касается, где-то там можем поаплодировать. Посмеяться, поёрничать. Нам не до ёрничества. Партию первую, которую мы планировали запустить, сейчас возникли проблемы, потому что коммуникации с Китаем затруднились. Плюс ко всему предприятие не работает. Приехали, приплыли. Мы вынуждены делать резкий маневр, искать другие пути. Потеря времени. Но ничего, ниоткуда без добра, как говорится. Но тут же взлетел курс доллара, рубль рухнул. К чему это ведет? Простой такой мелочи, что стоимость оборудования поставок уже станет совершенно иной. Это как раз в разряде того, что я когда-то говорил заявление преждевременно, когда зерно еще в поле не бросили, сеялку засыпали, а уже посчитали в амбарах, что оно пришло уже как фактически свершившееся событие. Но вот если бы, допустим, деньги были уже, мы могли бы сделать достаточно большой объем предоплаты, и тогда уже разница курсовая была бы не столь для нас значительной. Ну, сейчас посмотрим в итоге коронавирус, насколько нам все это дело подкорректирует. Вот вам и сборы, что всю сумму собрали. Вот вам четкая финансовая операция, вот вам четкие просчитанные объемы финансирования необходимы, вот вам четко определенная стоимость проекта. Я об этом говорил многократно, что есть много факторов, которые мы даже придумать такого не могли еще полгода назад, такой ситуации. Ну вот она есть. Вот это вот те риски, которые просчитать было невозможно, о которых я предупреждал и говорил, что, ребята, не делайте поспешных выводов. Не надо поспешной реляции всевозможнейшей. А то трубадуры вытащили фанфары и начали трубить. Мы тут такие крутые, мы уже все сделали. Да, блин, мы сейчас тут весь мир осчастливим своими достижениями. Понимаете, это детский лепет. Детский лепет. Со всеми этими восторгами. Поэтому просьба отделять зерна от плевел, подходить немножко попрагматичнее ко всему, что происходит. Поменьше, я же говорю, вот этого восторга щенячьего и прочих-прочих вещей. Давайте будем реалистами, будем смотреть достаточно прагматично и жестко на все то, что происходит в мире. И давайте будем фанфары начищать. К тому моменту, когда все заработает. Как говорят, не кажи гоп, коли не пересигнул, украинцы, да? Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Перепрыгнем, скажем гоп. Ну вот, в принципе, все новости. Крупную клетку, о которой хотел сказать. Да, еще одно хочу добавить, что вот эти вот технические задания, о которых я сейчас говорю, это техническое задание к конкретным договорам, которые уже заключены. И они делаются не на полку, они делаются уже под конкретный продукт. То есть фактически, как говорят, их есть у меня. А? То есть фактически получается, это под конкретный, мы уже заработали. Мы начали работать потихоньку. И за счет чего это стало возможно? Потому что начали формироваться службы, отделы. Да, мы еще испытываем большой дефицит площадей, рабочих мест, потому что то, что мы сейчас ввязались в эти работы, очень сильно нагружает всех сотрудников, потому что все-таки приходится выполнять по каждому по несколько обязанностей. Перегрузка идет сумасшедшая, просто сумасшедшая на всех людей. Но они понимают, чем они занимаются. Им некогда сидеть по ресторанам, там, кайфовать, на яхтах кататься там. По островам мотаться, нет, они с работы домой, дома поспали и на работу. Сейчас все горят во всем этом деле. Я, конечно, прекрасно понимаю, что долго это продолжаться, не может спекулировать на этом, невозможно, нельзя. Я не разрешаю работать длительное время на работе, превышать предусмотренные законом нормативы рабочего времени. Но в этих работах
нет такого выключателя, который можно было выключить, потому что человек, даже приходя домой, продолжает думать. Потому что тут работа не за станком стоит, тут несколько иная. Это изматывает, конечно, но зато, как говорится, плод побед и сладок, и приятен. Ну, в принципе, это все то, что вот, да, за неделю актуально у нас произошло. Ну, теперь, если можем, вопросы, да? Вопросы некоторые уже поступили, можем начинать. Собственно, первый вопрос от Сергея Вакурина. Возможно ли сделать электродвигатель с обмоткой типа «Славянка» для винчестеров размером 3,5-2,5? Или это только на оборудование хай-тек? Да, смысла нет. Вы понимаете, можно делать много всякого, но надо смотреть коммерческую целесообразность. Можно сделать и в корзину, если, допустим, производитель заинтересован в таком продукте. С ним можно разговаривать, но и смысла нет. Там такие вот маленькие двигатели, там больше BLDC технологии идут. Ну, я полагаю так, что дальнейшее развитие электроники приведет к тому, что винчестеры исчезнут. Поэтому я бы не стал вкладываться сейчас ни в винчестеры, ни в добычу углеводорода. Потому что углеводороды, ну, в частности, уголь уже отжил свою, он только на металлургии в основном работает. И я так полагаю, нефть скоро тоже отживет свою. Слишком грязная эта технология. Газ еще будет. Следующий вопрос. Здравствуйте. Хотелось бы свежие видео с лаборатории и опытного участка, чтобы новички видели, сколько всего уже сделано. Но это скорее пожелание, а не вопрос. Ну, знаете, вот лаборатория чисто визуально мало что изменилось. Качественные изменения происходят в другом, то, что не покажешь и не увидишь. Вот мы сейчас повышаем качество нуля, качество заземления, снижаем зашумленность питающей сети, потому что в этом здании находимся не только мы, здание старое, ТП тоже старое, от него запитано несколько предприятий, каждый творит все, что хочет. Там не всех проверишь, потому что многие покупают оборудование, которое не сертифицировано, или просто сертификаты об электромагнитной совместимости куплены. Это приводит к тому, что очень много помех возникает. И вот, в частности, я сколько раз говорил, что мне говорят, вот давайте взяли там старое предприятие, сколько простаивает, там бы сделали предприятие свое. Я объяснял, что старые меха, свежее вино, это и меха угробить, и вино погубить. Ну вот, в частности, пример с электроснабжением, с качеством электроснабжения. Хороший пример, подтверждающий, что вот такие решения, они не являются оптимальными. Не говоря обо всем остальном. Вот только касающиеся электроснабжения. Да, можно провести реконструкцию, да, там вначале электроснабжение, реконструкция, потом отопление, реконструкция, потом воздух, потом освещение, остекление, и понеслось, да, и в результате это все равно, что деревянный дом, пример исторического зодчества, там, постройки 15 века реконструировать. Это проще его под стекло или сжечь, или еще что-то. Или отфотографировать на память, или взять, построить аналогично. Потому что дерево уже там труха. Так и тут. Поэтому нецелесообразно это направление. Коллеги, хочу к вам обратиться. Обязательно задавайте свои вопросы. У вас сейчас есть уникальная возможность получить на них ответы. Следующий вопрос от Сергея. Здравствуйте. Рассматриваете ли Сбербанк как брокера или депозитера? Знаете, я когда учился в МИЭТе, в Московском институте электронной техники, да, тогда еще там сберкнижка у меня была на площади юности сберкасса, я денежки положил, ну, по тем временам, ну, какие денежки, ну, где-то около 300 рублей. Ну, по сегодняшним даже без процента, это, ну, как, наверное, те 3 миллиона, да? 10 миллионов. А еще 79, это 89, 99, 2019, ну, 41% процентик, допустим, да?
Но когда я пришел, сказал, что вот у меня сберкнижечка, можно, могу я получить? Она говорит, получить, ну, разве что в морду, образом выражаясь. Нормально, да? Я доверил свои деньги, а мне говорят, что ну, вы обратились. Я говорю, так я раньше-то не мог обратиться. Но в то же время застраховал там до совершеннолетия, до свадьбы своих племянников. Уже страховал. Уговорили. Я говорю, а можно? Она говорит, а нельзя. Скажите, вот если я раз-два получил пример обязательств по отношению ко мне, этой финансовой организации, как я к ним буду относиться? Я думаю, чувства будут однозначные, даже не смешанные. Они у меня есть. Их есть у меня. Нет, естественно, что вот Сбербанк, так как он нагрел тогда на вкладах, я помню, как выдавали тогда миллионные займы, потом инфляция, они вернули, занял 5 миллионов, 5 миллионов даешь, это уже 20 миллионов зарплаты. А потом пересчитали. Так вот, все накопления, которые были наши, людей всех, да, разграбили. Да, можно сказать, это уже другой Сбербанк. Потому что когда говоришь об одном, они говорят, да, это был тот Сбербанк, а сейчас они говорят, мы другой Сбербанк. Вот сейчас, когда говорят, нам там столько-то лет, да, там от царя. Да, все прекрасно, вы от царя, но тогда верните по тем вкладам. Говорят, нет, тут был один Сбербанк, а мы сейчас другой Сбербанк. Когда у тебя заведомо организация подходит к этим вопросам с точки зрения двойных стандартов, как? Ну, знаете, я даже не могу говорить, какой раньше был Сбербанк, но какой он сейчас, тоже не все гладко. Когда, например, меняются договора заключения, ну, банальное вот создание, открытие счета, да, обычная карточка. Поэтому нет, Сбербанк не рассматривается. И даже принципиально не будет рассмотрен. Может, когда там поменяется руководство, ну, я не уверен, потому что столько лет прошло. И если, допустим, вот, ну, элементарно, счет в Сбербанке, да? Ну, текущий счет, расчетный счет. Да. Есть, да? Ты за все операции платишь, за все платишь. Ничего, в другом банке раз, у тебя процентики. Операции бесплатно. Есть такой момент. Ну вот у меня лично вскрылась очень интересная подробность. Обычная депозитная карта, которая, ну, накопительная, это зарплата приходит, да. Что-то еще. В один прекрасный момент с карты начинают списываться деньги. Ну, не сработала там база определенная, со штрафами была тема. Но смысл в чем? Я снимаю деньги с карты, и они должны остановить операцию. Все, как бы больше снимать нечего. Они у меня пошли в минус. После того я узнаю, что, оказывается, поменяли договор, лично мне, по крайней мере, с того, что моя карта, как сейчас принято говорить, модное слово, овердрафтной стала. Да, вот, то есть деньги пошли в минус. Ты согласен не давал? Нет, я даже не знал об этом. Я ничего не подписывал. Ну, шулерами играть, лучше обойти 10 это. Да. Я не говорю, что Сбербанк шулер. Я вообще, в общем. Да. Поэтому практика подсказывает, что надо выбирать более надежных партнеров. Вопрос от Евгения Миронова. Можно к вам зайти посмотреть, пощупать? Живу напротив вашей конторы. Хочу переварить, прошу прощения, скутер на ваш двигатель. Но мотор колесами мы сейчас не занимаемся. Образцы, которые есть, они тестируются с контроллерами. Поэтому переваривать пока что не подошло. Но от экскурсии я бы просил воздержаться. Я много раз говорил, что, коллеги, от экскурсии надо воздерживаться, потому что нет времени. Честно, нет времени. Вам-то просто посмотреть, да, это было бы интересно, приятно, но кому-то надо потратить на это время. А сейчас мы... И так загружено очень хорошо. Давайте лучше, может быть, туда ближе к лету, но только не сейчас. Я вас очень прошу. Давайте к лету поближе свяжемся, потом посмотрим. Где в Казахстане применяются ваши технологии? В Казахстане у нас есть обмольщик лицензированный. Недалеко от Алматы Сергей Шейкин. Он перематывает моторы в процессе капремонта, на мне ставят наши обмотки. И уже достаточно, но долгое время, несколько лет, уже лет 10, наверное.
Улучшается ли качество электродвигателя после перемотки на славянку и заливки ротора медью вместо алюминия, чем славянка с алюминиевым ротором? Ну, если еще алюминиевый медный ротор сделать вместо алюминия, да, повысятся характеристики. За исключением одного, что пусковые токи могут оказаться запредельными, потому что все-таки, смотрите, и пусковой момент может упасть по сравнению с алюминием, потому что пусковой момент зависит от сопротивления ротора, ну, соответственно, и пусковые токи тоже поменьше становятся. Поэтому и применяли раньше двигатели с фазным ротором, и в ротор вводили реостаты сопротивления, там подключались, отключались, регулировали, уменьшали пусковые токи, увеличили пусковые моменты таким вот образом. Поэтому установка беличьей клетки из меди, ну, приводит к увеличению пусковых токов и к уменьшению пускового момента. Хотя критический момент, он возрастает. Поэтому целесообразно заливать медью беличью клетку в том случае, если двигатель будет эксплуатироваться совместно с частотным регулятором. Евгений Стариков пишет. Давно не было видео с арендованных площадей. Ничего, что мало, что изменилось. Сделайте свежее видео для новичков. Ну, я так понимаю, мы на этот вопрос уже отвечали ранее. Подобный был. Сейчас не будем делать. Потому что для того, чтобы делать видео, мне надо пройтись и сделать прочистку помещения. Из помещения надо убрать те объекты, которые мы демонстрировать не намерены. В данный момент, который сейчас представляет конфиденциальность, определенный уровень конфиденциальности. Да, я не думаю, что там административные помещения представят какой-то интерес. Там можно снять, показать, вот студию, например, это можно показать. Можно показать там бухгалтерию, техотдел, там конструкторский отдел. Все это можно показать, но там, где идет непосредственно производство, нет, это показывать сейчас не будет. Что рассматриваете вместо Китая? Возможно, пока этот вопрос решается, Китай уже заработает. Ну, было бы неплохо, если бы он заработал, да. Но пока альтернативы ему серьезной нет. Потому что на те предприятия, на которые мы выходим, все равно получают продукцию из Китая и комплектацию. Поэтому они тоже остановились. Сейчас я обновлю наши вопросы, но, судя по всему, вопросов пока новых нет. Ну, значит, мы наконец-то ответили на все вопросы. Сегодня, наверное, будет самый короткий вебинар. 38 минут, это рекорд. Но, в принципе, задача так и стояла, что в конце концов мы ответим на все вопросы. Потому что раньше вот вебинар шел, и по полтора там часа, по два часа доходило, мы не успевали ответить на все вопросы. Вопросы сыпались. Но сейчас, наконец-то, я надеюсь, что мы основные вопросы сняли, ответили на них. И теперь можно будет следующие вебинары посвятить, ну, не вебинар, а экспертное время каким-либо определенным тематическим вопросам. Это будет, наверное, хорошо. Да, обязательно напишите комментарий, что вы думаете по этому поводу и какие бы темы вы хотели, так сказать, изучить поподробнее. Ну, поэтому, в принципе, вот про тему, да, сейчас два предложения показать помещение. Ну, посмотрим, что можно будет сделать. Но я не обещаю, что это будет сделано там в ближайшие день-два, нет, это, такого не будет, потому что надо будет выбрать окно. И там же, поймите, когда съемка ведется, там же нарушаются рабочие ритмы. Люди там все-таки работают в этих помещениях. Это надо их отвлекать и так далее. А сейчас загрузка очень серьезна. И самое главное, что следует отметить, что те решения сейчас, которые приняты, вот сейчас вырисовываются эти новые двигатели, которые появляются, тяговые и так далее, они по своему устройству, проработанности всех технических решений, которые в мелочах, да, они
Ну, достаточно изящные. Они на внешне даже не отличаются от обычных двигателей. Вроде как не отличаются. Но по характеристикам они очень отличаются. И по тяговитости, в частности, у нас сейчас на стапеле образцы двигателей 100L6, тяговые двигатели. Это для малых транспортных средств двигатели идут. Вот там решены вопросы с подключением силовой части, с размещением датчиков температуры, датчиков вращения. При этом двигатели обеспечивают IP65 на всякий случай, степень защищенности. Это уже очень серьезно. Можно даже в воду погружать его. Хорошо, он защищен, закрыт, за исключением вентилятора, потому что вентилятор там стандартный, штатный стоит. Но вот эти вот решения, которые сделали, и нашли, как сделать вывод вот этих подключения силовых концов, потому что это больное место там, сечение это большое. Если обычный двигатель общепровод, ну, что там, проводочек там, 1.5 квадрата, да, там, 0,75 там, квадрата, ну, 2 квадратных миллиметра. А там 50, 75 квадрат, там 35 квадрат, да, там солидные. Вот их вывести. Вот вы видели, наверное, кто видел, ДА-90С, ДА-100С, АСПП, выехает Виктор Ариса. Да там болты, вот выведено, вот подведено, подсоединено. Вот это такие вот проводники надо подключать. Решение по ним. И при этом все это должно быть защищено от воздействия и внешних факторов, среды, влаги и так далее. Но и при этом это не должно быть громоздко, это должно быть изящно решено. И вот конструктора решили, сделали, но при этом мало того, оно же еще и не только по степени защиты, оно еще защита от вибраций учитывает. Уровни вибраций, где будут работать двигатели. И климатику учитывает. Все учтено, сделано. Это, конечно, титанический труд. Нет, ну это по подбору решений, выработке решений, потому что тут очень много споров, дебатов шло. Потому что если посмотреть вот на ДА-90, тоже датчик вращения он стоит снаружи, виден. Да. Ну вот ясно, понятно, а если по нему ударить? Там пластик. Начнутся проблемы. И есть еще один такой момент. Ведь для того, чтобы его смонтировать, нужна доработка. Определенно. Имеется в виду смонтировать уже в... Ну, на двигатель датчик поставить. Это да. Надо уже вал обрезать, надо там шестереночку эту посадить, звездочку посадить, потом там датчик одеть. А теперь у меня возникает такой вопрос. А если нам надо поменять подшипник сзади? А там звездочка сидит? Да, решение-то нормальное, но если мы смотрим с точки одноразового использования, либо что ремонтники разберутся. Наши ремонтники, они совсем разберутся. Аж умеют. Русские да. Люди вот в единичном экземпляре сделают все, что угодно. Серийно тяжело, потому что два одинаковых сделать невозможно. Русский человек не может. И мы с этим тоже сталкиваемся, что заставить людей два одинаковых сделать по параметрам двигателя, ну, наверное, это в генах. Но все равно это добиваемся, делаем, и вот это главное. А те решения, которые мы сейчас применяем, я говорю, не может быть, чтобы этого решения не было, потому что ну, много делается сейчас. Нашли, все сделали, поставили, все там разбирается, собирается, многократно можно разбирать, собирать, делать обслуживание, замену смазки, все, что хочешь. В принципе, все стало возможно. То есть фактически путем инженерных изысканий вопрос был решен, и точно так же мы будем решать эти вопросы, я думаю, в ближайшее время уже каждый день. Но мы их каждый день решаем, но мало этого, там же решается вопрос не только по техническим решениям, но и по себестоимости, по доступности, там решаются комплексные меры. Поэтому, допустим, конструктора сидят, они же делают по каждому изделию свою спецификацию. Под спецификацию, да, детали, которые прописали, замена, которая возможна. Либо сами изготавливаем, либо там приобретается, чем можно заменить. Это либо диновский, либо ГОСТовский идет, либо по ИСО, либо по ГОСТам идет. И теперь поставщики, кто, где, у кого можно купить, и у кого покупается. Это вся информация собирается, это все, единая документация. А потом только уже передается на анализ для определения себестоимости, и потом уже передается на комплектацию. Потому что один, без разницы, как ты его сделаешь, это один.
Один он, там уже, не нужен, да. А если мы рассматриваем в качестве серии, то там уже совершенно другой. Ну, то есть, фактически, инновационный центр инжиниринговый, наш будущий, будет решать очень сложные задачи. Не только как разработчик, но и как экономист. А теперь смотрим дальше. А дальше вот эти все, вся комплектация должна соответствовать классу термостойкости. А теперь еще одно. Мы же эти двигатели будем подавать на сертификацию. Значит, все материалы, которые используются там, тоже. Они должны быть сертифицированы с документами. А как мы с Китая получим сертифицированный материал? А вот это вопрос хороший. А вот у меня вопрос, а как другие получат? Если вы знаете, напишите в комментарии, да? Да. Я знаю. Но мы пойдем другим путем, честно. Между прочим, у нас тут вопросов стало значительно больше. После фразы того, что мы ответили на все. Заблуждение. Да? Одно из самых дорогих удовольствий. Это точно. Но зато как приятно было. Итак, вопрос. Здравствуйте. Существуют ли какие-то курсы по обучению изготовления электродвигателей? Даже в советское время не было. Это из уст в уста. Ни один вуз не обучал. Ну, там устройства, да, обучали. А непосредственно ремонты электродвигателя, это вот были ремонтные предприятия, где от учителя к ученику, от мастера к ученику и так далее. А некоторые сами учились, поэтому специальных нигде нет. И там эта специальность такая, что век работай, век учись. Так что все равно регулярно тебе будут попадаться двигатели, которые ты в глаза никогда не видел, от которых порой вот, даже так сидишь и смотришь, а с какой стороны за него браться. Поэтому вот существует два форума таких крупных, которые консультируют по этим вопросам обмочков профессионально. И вот там вопросы не иссякают на этих форумах. Один украинский форум, форум двигатель.орг, есть. И двигатель myfor.ru. Следующий вопрос, видимо, не до конца допечатали. Использование славянки в Ли. Возможно, в Липецке, возможно, в чем-то еще. Уточните, пожалуйста, ваш вопрос. Я думаю, так будет правильней. Успеет ли блок начать стройку в первом квартале? А если нет, то чем это грозит блоку? Ну, мордобой в договорных отношениях не предусмотрен. Увы. Что-то... Международная норма. А так за невыполнение, да. Нет, 45 дней истекает в апреле. Первых числах. Не раньше. Но я думаю, что мы на площадке постараемся начать работу раньше. Не обещаю, но питаю такие иллюзии. Даже не надежды, а скорее иллюзии. Просят телефон в Казахстане для связи с обмотчиком. Зайдите на двигатель.myfor.ru, основной раздел, контактные данные лицензированных обмотчиков, и там задайте вопрос, я думаю, он вам ответит, либо обмотчики вам подскажут. У меня при себе нет этих данных, поймите правильно, их очень много, лицензированных обмотчиков, и при мне данных нет. То мне надо идти в отдел, поднимать договора и смотреть его контактные данные, поэтому туда напишите, пожалуйста. Расскажите поподробнее о сроке патента. Патенты разные. Есть патенты на изобретение, есть на полезную модель. На изобретение 10 лет, и можно продлить до 20 лет. На полезную модель это 5 лет. Вот и все еще зависит от того, вносишь ли ты платежи. Потому что каждый год ты должен поддерживать. Если поддерживать не будешь, действие патента будет прекращено. Но надо понимать, что мы запатентовали основные принципы, схемы. Мы запатентовали основные решения. Это одно. Но есть еще конкретное решение по конкретному двигателю. И вот это конкретное решение с этим двигателем, оно тоже патентоспособно. Поэтому патентов можно делать очень много, защищающие именно эту конструкцию, либо в виде полезной модели, либо промышленного образца. А в некоторых случаях даже изобретения. И поэтому, вот смотрите,
если у кого есть справочник, у кого есть справочник, те хорошо знают, что на один и тот же двигатель, вот, допустим, двигатель, у которого статор содержит 36 пазов, и, допустим, 4-полюсные, его можно намотать по-разному. Точно так же 36 пазов 6-полюсные, его можно намотать разными схемами. И этих схем, поверьте, не один десяток на каждый двигатель возможно. А отличия, то есть фактически, если мы говорим все о простом потребителе, все будут работать. То есть и можно добиться одинаковых результатов, используя разную схему? Нет. А, результаты будут разные. А это зависит от чего? Потому что у тебя 36 пазов может вот такой двигатель быть, а может и такой. А-а-а. А число пазов на роторе может быть одно, может быть другое. Серьезно. А теперь ответьте на вопрос. Если у вас там, скажем, 3-4 варианта ротора по зубцам, разное количество пазов ротора, разные габариты, и, скажем, ну, 10 схем. Это уже 30 вариантов. Как вы будете выбирать, который из них лучше? Сложно. Как минимум, это нужно все их получить, испытать и... А теперь еще один вопрос. Очень простой и наивный. А как вы полагаете, я все схемы опубликовал? Вот лично я уверен, что нет. Что-то мне подсказывает изнутри. Поэтому нет. Естественно, справочник содержит много схем. Достаточно для того, чтобы модернизировать, заниматься этим делом. Да? Для того, чтобы получать эффект, для того, чтобы поработать руками, головой, поработать, да, позаниматься собственными исследованиями. Тоже он фундамент для этого. Но в качестве коммерческого продукта, поверьте, надо создать то, что вот мы создали на сегодняшний день, провести те же самые работы, да, тогда понять, для какого что лучше. Но и не факт, что как вы только вы это запустите, захотите запустить на рынок, что мы не сделаем что-то совершенно иное. Потому что фантазии хватит, поверьте. Поэтому мы достаточно смело давали схемы обмочкам, смело публиковали справочники, что мы показывали возможности этой технологии. И при этом мы занимались коммерциализацией. Сколько раз говорили, а вот у вас Китай скопирует. Флаг в руки. Ну, до сих пор ни одной копии я лично не слышал и не видел. Я не слышал. Итак, следующий вопрос. Вот нам уточнили, кстати. Использование славянки в линейных двигателях возможно, нас спрашивают? Использовали. Возможно. Дальше. Даже в дугостаторах использовали. Есть такая вещь, вот мало кто с ней сталкивался. В интернете, может, поищите дугостатор. Это маховичные пресса приводились во вращение, когда энергию накапливает маховик, потом фрикцион срабатывает, и она пробивает, проштамповывает. Вот, и когда, допустим, не пробило, либо вообще в процессе рубки там происходит колоссальнейшая реакция, вот, выделение энергии с маховика, поэтому если бы просто двигатель стоит, там не выдержит. А там маховик работает как ротор, а двигатель не по всему ротору, а вот в виде дуги такой сделан. Это дугостатор двигатель, там тоже применимо. Каждый раз убеждаюсь, что славянка – это настолько интересная технология, способы применения – великое множество. Это вещь в себе. И даже вот я сколько занимаюсь, уже больше четверти века, я все больше и больше прихожу к выводу, что я мало что знаю. Но вот даже, смотрите, я уже говорил, что ну, берем звезду и треугольник, две части. И вот звезду ставим в амперметр и в треугольник. Потом соединяем вместе и меряем фазный ток. По закону Кирхоффа втекающие и вытекающие токи в узле сумма токов равна нулю. Теперь делаем здесь. Мы смотрим тут 2,4 ампера в звезде, 2,4 ампера в треугольнике. На выходе должно быть 4,8. Смотрим 3,9. А как же закон Кирхоффа? Куда-то он пошел не в ту сторону, видимо. Не в ту сторону. А объяснение данному явлению есть? Есть, но дело в том, что если мы смотрим с точки зрения закона Кирхоффа, он нормально работает для постоянных токов.
А если мы берем переменные токи, там фазовые сдвиги, там все что угодно, да? Там куча гармоник. Поэтому вот эти вот звезда и треугольник, они убивают гармоники друг дружки. Поэтому вот эти 2,4 это не чистые синусоиды. А там много гармоник высшего порядка. Не третья, там пятая, седьмая, а выше, потому что это связано с полюсными делениями. Если мы убираем все это, вот этот эффект вращения, когда проходят зубцы и так далее, там появляются гармоничные сигналы абсолютно, уменьшаем индукцию, все это приводим. Да, там начинает все работать. Токи, сумма токов равна сумме сумма токов равна току в фазе. В реальном двигателе все не так. Спрашивается, откуда, что и как. И другой пример. Двигатель, да, вот у него вал, двигатель, все нормально, кончик вала греется. Я уже про это говорил, да, вот откуда это все берется. Почему именно кончик вала? Можем выдвигать разные гипотезы, но все это надо исследовать. И еще одно, почему, допустим, двигатели, ну, говорят, с ростом частоты тока, потери двигателя вырастают, падает КПД. И тут-то было, в Славянке растет. С повышением частоты растет. То есть, в принципе, данная технология немножко выходит так за рамки того, что было вот общепринято и признано, и написано в учебниках и методичках. Да, причем сталь обыкновенная, электротехническая, 0,5, толщина листа, там и 0,1, и 0,3, нет, обычно 0,5. Но это уже еще интересно, такая вещь, что, оказывается, КПД во многом зависит и от скорости прохождения, угловой скорости ротора, это скорость прохождения пазов ротора относительно пазов статора. Тоже тут во многом зависит. И там вот такая кутерьма, что обычные общепринятые понятия наши, они являются на самом деле частным случаем общего решения какого-то. А общего решения его как такового нет. Поэтому мы много моделируем, проверяем на моделях. Вот Максвелл в среде делает модели. Анализируем их, потом на практике проверяем. Все это вот, и каждый раз все новое, 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 новое открывается. И поэтому, казалось бы, столь хорошо изученные объекты, как синхронная машина, предстают полностью неизвестной территории, неизвестным объектом, неизвестным изделием, которым еще копаться и копаться. Все это нужно учитывать при проектировании нового двигателя. Да, хотелось бы хотя бы понять. Поэтому вот гениальность Долева-Добровольского, который создал эти трехфазные двигатели, это уникальнейший человек, создавший столь уникальную машину, что она без каких-либо существенных изменений, вот уже больше 100 лет, 130 лет практически. Мало что в ней изменилось. Поэтому это удивительная машина, вот, честно. И она еще таит, по-моему, в себе очень много сюрпризов, которые нам предстоит познать. Потенциал улучшения как бы еще есть. Следующий вопрос. При использовании контроллера для электродвигателя, получается, можно решить вопрос с пусковыми токами. И есть ли смысл обмотку Славянка скомбинировать с медным ротором? Конечно, есть. Я уже говорил, что это медный ротор позволяет повысить критический момент. А это, соответственно, позволяет иметь максимальный возможный для этой машины момент под управлением, который она может развить. Потому что он определяется, вы поставили частотник. Частотник не позволяет опрокинуться двигателю, да, но остановиться. В принципе. И он удерживает момент вот, не выше критического. Машина не опрокидывается. И если у вас выше этот момент, значит, соответственно, больше момент может развивать двигатель. Это, соответственно, его перегрузочная способность растет. Мощность двигателя вырастает. Конечно, имеет смысл. Ну, а это имеет смысл больше, я так понимаю, на тяговых двигателях? Это для тяговых, для общепромов там сегодня несколько иначе. Поэтому вот в качестве тягового там, да, медный ротор имеет значение. Ну и так, смотрите, у нас получается, вот я говорил, что, это, допустим, мы берем при двигатель частота 50 Гц, допустим, у него КПД 86%, да? Берем 75 Гц частоту, а у него КПД уже 90,3%. А в классической обмотке было бы наоборот? Ну, не наоборот, но не так. Ну, да, сместили в другую сторону. Я сейчас не буду утверждать, но раньше, в принципе, наращивание частоты приводило к увеличению потерь там, и так далее. Там, в целом, ряду неприятностей. А у Славянки вот так.
Поэтому двигатель, который работает при прямом включении сети, у него одни характеристики, при включении частотика у него КПД вырастает. А с ростом частоты у славянки еще вырастает. Как это? Не парадоксально. Следующий вопрос. Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, про шары, которые когда-то нашли в шахте, и что-то еще интересного находили. Шары? Шары. Шары я нашел не в шахте. Это котлован. Когда рыли под насосную, шахты Прянковская. Я даже могу на карте показать. Это место. Это, судя по всему, все-таки были зонды разведывательные. Поэтому это очень интересные объекты, но механизаторы, как они рассказывали, они тоже сталкивались с подобным явлением. Ну, им тоже, что, ну, шар, ну, катись дальше, да? Ему надо охотки делать, да, ему надо кубометры кидать с земли, поэтому они особо не заморачивались, с удивлением даже на меня смотрели, что ты там копаешься, оно тебе надо. Угу. Вот, поэтому все это интересно. Интересно еще такая вещь, что в груди, когда ковыряешься, ну, находишь странные вещи, очень странные вещи. И вот, в частности, в районе фестиваля 59 в городе Стахана, когда рыли колодец, я копал с ребятами сустав окаменевший. Ну, сказать, что это корова, я бы не взялся, потому что сустав... Ну, у коровы такого сустава нет, из тех животных, которые я знаю. Видимо, что-то более крупное. Это в глине нашлось. Поэтому возникает вопрос, а как он на более чем 10-метровый, там мы копали, 17 метров было выкопано, вот колодец. Больше 10 метров, глубина, я не скажу точно отметка на какой, но больше 10 метров. Чистейшая глина. Это значит, вот это все завалило чистой глиной. Интересно, откуда она могла там появиться? И как этот процесс происходил? Еще один интересный момент, там же такая низина большая, там на скалы идут, песчаники, выход песчаников. Вот, и там динамитный склад, и дальше шахта Максимовская. И тут вот низинка такая, и там раньше добывали глину, делали терракоту, черепицу, кирпич и так далее. Причем там колоссальнейший объем грунта выняли. Я посмотрел, только непонятно, а куда этот кирпич девали. Столько этого кирпича, непонятно, потому что объем колоссальнейший выработки. А в районе нет такого количества домов, там, если бы построить, вот, если даже все бы сгрести, там, да, то, вот, в обозримом, по всей Луганской области, если собрать все эти кирпичи, они не заполнены. Поэтому куда девали? Черепицу, если все собрать, непонятно. Попадались на черепицы, там 1800 какой-то год, Моисей Венгеровский делал на домах. То есть там с пописью? Ну, там, там сразу... то самое, деревянными прессами, видно, давили, потому что структура дерева видна, это Моисей Венгеровский вырезан, производитель. Но интереснее другое. В самом низу, там мочаг был, как тересинка такая. А надо было его тампонировать, а там местные мужчины, ну, для меня тогда деды были, сказал, ну, моего возраста, теперешнего, вы что тут делаете? Ну, так, говорит, вы осторожно, ребята, говорит, там и свиньи тонули, и коровы тонули, ну, ложится вот чуть больше вот этого стола, ну, раза в три, да? Ну, что там, может, куда там потонет, да? Взял бульдозер, подогнал и начал давить. А они еще сказали, что мы там рыбу ловили. Думаю, какая там рыба? Ну, мужики, давай, мы, может, рыбу выдавим. Ну, давай, начали давить. Давили, давили, грунтом туда придавили, потом вода начала бурлить. Ну, все же в таком взволнованном состоянии, с бодрином, рыба сейчас там может выскакивать. Выскочила. Начали выскакивать, все в рассыпную, не рыба. Лягушка от размеров с этот лист. Причем у нее шкура вот так свисает, вот они прыгали там это самое, там же жмуть, глина все это, жмуть. И у нее шкура висит вот такими лохмотьями. Ну да, мужчины там работали некоторые, 40 сидели, люди непугливые. Ну, механизаторы, народ простой, в принципе, да,
Не только может землю копать, может и закопать. Свободно. Если надо, да? Да, если надо. Вот. Так, в рассыпную все, потому что таких ужасных существ я никогда в глаза не видел. А потом они опять туда исчезли. Но местные потом сказали, что да, пару рыбин они потом достали оттуда. Им дышать, видно, нечего было. Они по поверхности, они с очками их подцепили, вытащили оттуда. Но никогда в жизни, вот в тех регионах, я ничего подобного не встречал. Абсолютно. Вот такое существо я никогда не встречал. То есть, фактически, если бы провести некоторые исследования, могли бы вскрыться очень интересные обстоятельства. Но куда они там, может, в шахту куда-то, может, еще что-то, что там. Ну, видимо, да, какое-то исследовать, подземное... просадка куда-то. Но они же там чем-то питаются. И же раньше никто не видел там, как они там жили. Но это уже отдельный вопрос. Но вот такое. Были еще интересные вещи, когда находил, когда котлован копают, ямы там и так далее, да? По структуре, вот ложа, да, идут крупные камни, потом поменьше камни. Потом сверху такая выгнившая органика. Потом только узнал, что в Риме строили дороги, вот таким образом набивали камни, потом меньше. Закатывали, затрамбовывали. Вот так строились дороги. То есть фактически была римская дорога? Ну, фактически это была дорога, но дело в том, что над ней по 3-5 метров грунта нанесено. Ну, это вот как сейчас очень популярная тема, говорить о том, что Москва, в принципе, закопана. Нет, я понимаю, Москва, но дело в том, что это Донбасс, который там открыл Капустин, там, да, там буквально до 1740 года никто не жил, там степи, там вообще жизни никакой не было. Спрашивается, а это что такое? Кто это сделал, да, собственно? А это что такое, да? Если интересно. Мы смотрим вот в районе Алчевска, там дорога идет на Луганск, там взрывали, пытались уничтожить, но так ничего не сделали. Дом настоял. И там останки от этой дома. Так-то эта домна выплавляла, судя по размерам, но не меньше 500-700 тонн металла в сутки. Спрашивается, а кто на той домне плавил? Когда Алчевский, он построил это буквально там в 18 веке. Там же даже фотографии есть этой печи. Вы их вроде бы даже показывали. Нет, это другое. Это вот еще Ярославская, по-моему, или здесь в области тоже такая же. Вот я показывал фотографию. Или что подобное, я тоже вот по конструктиву, да. Тоже спрашивается, а откуда руды? Столько? И на чем возили руду? Да, и куда 500 ее потом, тонн, допустим, девали? Это руды, 600 тонн надо, а еще уголь же туда надо. А потом куда ее девали? Вот выплавили, они стали, то куда? Это в сутки 500 тонн выплавить. Куда это даже девали? По современным меркам немало. Это немало, но чем его отвозить? Не лошади, это сколько тысяч подвод? Возникает вопрос, а столь ли необитаемо это было? А столь ли то, лаптями там щихлебали? А столь ли там иго монголо-татарское было, хотя геном они находят его. Вообще, что происходило на этих землях? Как говорится, вопрос открыт. Но есть еще один вопрос очень интересный. Мы когда строили теплотрассу, шахта Родина, Перевальск, и вот как не ехать, слева универмаг Украина делали, строили. И мы теплотрассу тянули. И вот там при прокопки траншеи под теплотрассу натолкнулся на кремень. Не кремний, а кремень. Такой розовый. Камень, да. Как зажигалка, как монолит, да? Вот. Монолит. И сверху тот как ряби, и такой патинкой белесый покрыт. Но нам надо было ниже углубляться, поэтому начали бить, долбить. Отломили кусок. И обратил внимание, что внизу выкрашивается 200-шитый моллюск. И он сверху вот этот вот сряби, а так, потом вот так вот с края идет и туда на утолщение вниз. Еще не здесь вот линзы, здесь вверх ровный, а туда вниз. И моллюски расположены внизу. Я их там несколько сот выкрашивал туда. А потом алмазными дисками когда порезал, внутри видны были органы внутренние. Вот срезы делаешь алмазным диском. Это значит, что он окаменел, когда этот моллюск, когда у него органы внутри. Разложили. Практически мгновенно. Вот как бы я и хотел сказать, то есть это же так не бывает. Я бы в это тоже не поверил, если бы не видел собственными глазами, потому что так не бывает. Так не бывает.
Но если вспомнить библейская легенда, гласит о том, что превращались люди в каменные столбы, каменели. Да, есть такое. Это поневоле вспомнишь. Причем это те вещи, которые, ну там, да, сейчас военные действия, но тем не менее я могу показать это место, если есть необходимость. Это можно все подтвердить. Да, не хочется, чтобы там разграбили все это хозяйство. Но тем не менее, артефакт очень интересный. Очень интересно. Да, если бы меня жизнь не скитала, так вот, может быть, и не утрачены были там, потому что они у меня дома находились, так, ну, кому-то подарил, кому-то отдал, там, в школу отдавал, там, что-то дома оставалось, ну, где сейчас, потому что я тоже сюда вернулся, то, не с вагоном, имущество, а с одним дипломатом, в принципе, в Зеленоград, поэтому... Естественно, никакие окаменелости не привозил, хотя сохранилась богатейшая коллекция камней всевозможных и минералов в Стаханове. Очень хорошая коллекция. Частично она мне досталась от моего дядьки, он геологом был. В Саратовский университет, завкафедрой геологии. Горяйный Владимир Александрович. Тоже он очень много всевозможных открытий сделал. В частности, нашел, открыл новый вид динозавра, окаменелости, которую назвали Горянина. Его в честь названа пещера Горяйнова. И а другая волчья пещера, он убил волчицу, полез за волками, и там провалился карстовая пещера. Когда я вылазил, там же темно было, он нащупал что-то, предмет какой-то. И рядом оставил пешток, потом со светом вернулся и вытащили оттуда... вазу скифскую. Потом передали в Эрмитаж, и он ее передал, ее оценили в 47 тысяч долларов. По тем временам. Он ничего еще не брал, да, по тем временам, да. Вот, и там оказалось, что это было захоронение, разграблено буквально сразу после захоронения, там выдавлен камень был, обломана рукоять меча, там много еще, я делал металлоискатель еще для того, чтобы за Мулином вот, в руте находить артефакты. Все, ну, вот это такие вот вещи. Поэтому рассказывать можно... Об этом много всевозможных интересных вещей, которые в земле видел, встречал, и причем каменные сооружения, которые замуленные были. В частности, удалось расчистить один родник, который выложен из камней, в том числе там полигональная кладка была. Но мы его расчистили для того, чтобы пить сами, потому что строили дорогу Криворожье хорошая вот, привязка в районе хутора Козлячий. А потом я уже с армии вернулся, когда там опять все это замулено, опять мочак, только мошки вились. Потому что местные начали гонять скотину туда, поить воду, потом после дождей чернозем оплыл, все это, и опять замулили. И много-много других артефактов, очень интересных. Да, можно было бы повосстанавливать, вот в частности даже, я смотрю, в Крыму там царский курган, вход вот такой вот, готический, такой острый, если наблюдают. Ну, вот в Луганской области... Через такой вход сверху проложена железная дорога. Проходит. Это вход в курган. На самом деле его использовали как акведукт, проложили, главное, дорога ровно. И таких вещей, ну, поверьте, очень много интересных. Извините, отвлекся очень сильно. Но я думаю, это очень интересное отвлечение, поэтому, я думаю, наши зрители будут довольны. Итак, следующий вопрос. Здравствуйте. Планируете ли закупить несколько служебных электромобилей для сотрудников КБ? Соответствующей раскраской и логотипами, чтобы была дополнительная реклама проекту. Ну, в Алабушево там инфраструктура хорошо развита, транспортная инфраструктура. Там Алабушево, станция Алабушево железной дороги Москва-Питер оборудована, ну, слов нет, собственно говоря. И там же конечная станция, конечный узел для автобуса общественного транспорта. Там выходишь с этих самых с электрички и прям под крышей заходишь в автобус. А плюс туда еще планируют центральный кольцевой диаметр протянуть. Хотя я не знаю, что такое центральный диаметр. Это как большая половина, да, термин есть. Ну, как? Вот поэтому центральный диаметр, ну, диаметр он и в Африке диаметр. Как он может быть центральным, либо не центральным? Я этого не понимаю. Надо было назвать центровой.
Ну, центровой, да, потому что мне всегда нравится. Убрали букву «Ё». Я вот смотрю иногда, ну, допоздна сидеть приходится. «Вечер с Владимиром Соловьевым». Думаю, что с Соловьевым? А, букву «Е» убрали. И вот теперь и то ли «Елка», то ли «Ёлка». Да, тут пойди разбери вот, ну, у кого ума хватило? Да, русский язык, если русский язык, его адаптировать подо что-то. Вот я уже говорил, что, ну, что Толстой писал? «Война и мир» или что написал? Нифига, он написал «Война и общество». Потому что мир через «и» с точкой или «и» такую. Это разные термины. Потому что, допустим, патриарх Кирилл в миру Гундяев. В миру это в чем? Ну, видимо, если не в обществе, в обществе да. Если в обществе, то да. А в светской духовной жизни он патриарх Кирилл. Это точно так же мы... Да, очень... Да, тонкая грань. Но доигрались, да? Доигрались. Угу. И в результате целый пласт понятий, смысл, он потерян, да? Точно так же, говорят, вот понтифик. Римский папа, понтифик. Что такое понтифик? Оказывается, Черное море – это понтифицинский. Властитель понта. Понтифик. А тогда что такое на понтах? Совсем другое значение открывается у слова. Или, да, допустим, что такое кумена? Вот это даже не знаю. А это вот наша земля целая. На краю Айкумена, на краю земли. Айкумена, вот мы живем в России, это Айкумена. Единый континент. Крупный. Конечно, действительно, после вмешательства в сложившиеся правила языка, очень много, не то чтобы даже утерянных знаний, блин, а, извиняюсь за выражение, даже выскочило. Все искажено, понятия, ну, не те. Да. Сидят, говорят, а не заняться ли нам счетом? Вот я про Рыжков говорил, мы приняли, а ты выполняй. Да? Они не убрали нам две точки над буквой? Вот это нормально. А что, ну инициатива, а то, что ты же когда что-то пишешь, за что ты зарплату депутат получаешь? Ты же никаких инициатив не внес. Вот внес. На больше ума-то не хватает. Ну, давайте алфавит поменяем. Зато реклама у нас есть. Там говорят йогурт или йогурт. Правда, она уже была давно, но... Ну, как бы... Ну, же... порог. Нет, ну у нас же тоже в проекте, вы смотрите, что происходит. Тоже свое советское слово в науке вносим. Какое? Ну, был патент, теперь патент. И не вылечишь. Поэтому не патентованное, а патентованное. Патентом находишься. А за это расплачиваемся очень сильно. И расплачиваться будут многие поколения. Языки повырывать бы. Согласен. Дмитрий Александрович, здравствуйте. А много ли у Савелмаш конкурентов компаний будет? Мне кажется, в этом вопросе это точно как в том анекдоте, когда заяц решил в лесу соль продавать. Очень надо. Каждому волку по мешку соли. Это тоже анекдот, когда евреи и хохол уже нашли эти самые. Шли по пустыне, один нашел ведро золота, другой ведро яблок. Ну, идут этот и кушают, да, а тому хочется, ну, жажда. Дай, да, не, говорю, что значит дай? Давай торг сделаем, рынок, базар. Говорит, ну давай. Сели, раскинулся. Яблоки, сочные яблоки. Почем яблоки? Ведро золота. Говорит, да ты что, с ума сошел, что ли? За яблоко, ведро золота. Говорит, ну ты хоть весь рынок обойди, дешевле не найдешь. Нет, конкуренты, конечно, есть, потому что каждая крупная компания разрабатывает под себя двигатели. Но в то же время они используют свои технические решения. И вот когда нам говорят, а почему они в очередь там не выстраивались, да никто в очередь выстраиваться не будет. Все элементарно просто в этом мире. Зачем им платить деньги, когда они крупные компании, они существуют на рынках уже сотню лет, и они, для них 10 лет подождать, когда патенты аннулируют, это не время. Поэтому они могут ждать, как они считают. Но мы же тоже считаем, и когда мы шли, мы четко понимали, что не в этих патентах дело. И вообще патенты для чего нужны? Патент нужен, чтобы тебя не наказали. Потому что обычно практика какая? Если кто-то начал развивать бизнес и вовремя не запатентовал, приходят потом патентные тролли и говорят, слышишь, вот я взял, запатентовал, а ты пользуешься этим. Плати деньги. Говорит, так я же раньше выпускать начал. Говорит, ну тогда тебе ограничения по прежде пользованию. Ты не можешь увеличивать объемы. Плати деньги. И поэтому основная роль патента – это защитить себя от таких вот действий. Да. И
Известны ли сроки старта производства первых двигателей? Я уже говорил, что мы планировали в этом квартале сделать, но случился коронавирус. Ты говоришь, что такое коронавирус? Ну, один корона, станешь коронавирусом. Корунь. Видимо, в Китае. Да, ну, есть некоторые, которые короны на уши уже посползали. И бывают такие вещи. Вопрос от Александра Миланина. Вы верите в то, что ваш проект, да и в целом инвестиции в России при нынешней системе способны хоть в каком-то виде развиваться? Конечно, верю. Я не просто верю. Дело в том, что, понимаете, это вопрос даже не веры. Это не вера. Это мне нравится в этом отношении. Был старый-старый такой фильм ЧП. Когда чекашисты захватили советскую службу. Разделили команду и капитана отделили. Вот, и команда сидит, говорит, ну, непонятно, что делать, надо бы с капитаном связаться. Ну, под охраной все находятся, все, жив он, не жив, что делать вообще-то? А, ну, один там был самый бойкий, был ему, говорит, ну, что ты сидишь? Я говорю, а что я? Ну, ты можешь что-нибудь предложить? Говорит, да не знаю. Ну, вот, ты же хоть что-то сделал. Да, говорит, что ну, что тут делать-то? Ну, что, ну, можно, говорит, сходить к нему. Открывает дверь, часовой стоит. Говорит, да, говорит, сходить невозможно. Ну, говорит, попробуем проползти. Иллюминатор открывает, там тоже часовой. Не, говорит, тут тоже не проползешь. А может, через люк, через верхний, через люк ему сапогом по башке, бах, свалился туда. Говорит, тут тоже не пройдешь. Ну, можно позвонить на худой конец. Берет телефон, связался с капитаном, переговорил. Поэтому... И, вы понимаете, если для себя решишь, что сделать ничего невозможно, да, то вы ничего не сделаете. А если сделаешь, то в конце концов найдешь вот телефон, да, по который тебе решит проблему. Поэтому можно сделать, и добиваются успеха многие. Просто если сидеть и говорить себе, а тут ничего не сделаешь, конечно, ничего не сделаешь. Но я уже давно объяснял, что самый надежный способ продажи, реализации этих вопросов, это по принципу «мужик, купи кирпич». По-другому никак. Это во всем мире так. И не надо питать иллюзий, что у нас как-то не так, а у них там по-другому. Там та же самая картина. И там пробиваются. Просто там исторически по-другому развивалось. А у нас традиции еще советские, другие совершенно. Хотя я более чем уверен, что будущее все-таки за социализмом. Потому что ограниченность ресурсов приведет к совершенно другим последствиям и к распределительной системе. И даже вот эта вспышка коронавируса показала, что Китай реагирует на это дело молниеносно. Он принял меры, и там, если врач вот, лечит людей, да, и сам там заражается, либо еще что, все относятся к нему с уважением, потому что он это делает для всех, он за всех. Там вот единство. Европа, как чумная, разбежалась. Там других привозят, там, не высаживайте на берег, нельзя там, и так далее. Все, да такое, да не готовы стали. И если не будет объединения вот вокруг идеи или общей бедой, либо еще чем-то, ничего не произойдет. А общая беда, она всегда заставляет что? Мобилизоваться. Сейчас какая разница, заразится олигарх, либо обычный человек, либо тоже бомж. И только один. Что ты будешь там в костюме от Версачи там помирать, что в отребе, какая тебе разница? В принципе, да? И что ты наворовал там на миллиарды, там на твоих правнуков хватит. И накроется это медным тазиком вместе с тобой. И цена вопроса всего того, что ты делал. Ты потом оглянешься на эту жизнь. Скажешь, блин, лучше бы я там средства защиты. И лучше бы я там медицину вкладывал. А то он поликлиники довели, здравоохранение довели до ручки. Да? Все там модернизировали, там высасывали из этого дела. Да лучше бы... Вот пример такой был с Стаханом месье де Карата. А, делал он этот самый завод по производству керамики. Я говорю, нафига ты сюда вообще приперся? Я вот здесь. Я говорю, да тут здесь край-то совершенно другой. Ты до больницы не довезу. Меня вертолетом отвезут. Не отвезли, помер. Сердце прихватило и помер. Достроился. Если бы он вкладывался не только в этот завод, а вкладывался еще в больницу, может быть, бы отвечал. Поэтому, ну, олигарх-то олигархом, но он поехал там кататься на этих, техобслуживание не сделали, вертолет грохнулся. Поломанный весь, в местную привезли, а там помочь нечем. Загнулся. С
Цена вопроса. Цена твоих миллиардов. Да хоть 100 миллиардов, 300 миллиардов долларов, триллион долларов. Не спасет. Не спасет. Как ведро яблок, ведро золота. Очень жизненный анекдот. Прямо поэтому в тему. Никуда не денешься. Поэтому, да, делать. И поэтому в итоге все равно будет побеждать во всем мире вот такая идеология социалистическая. Потому что вызовы будут все более и более серьезными. И вот эти эпидемии они показали. Я видел в 70-м году на Астраханщине, пацану попал, уже говорил, под эпидемию холеры. Видел, как в то время действовали советские власти. Насколько жестко, как карантины проходили, когда здания, 4 вышки, и там солдаты с автоматами стоят, и колючая проволока. Попробуй рыпнись. Но зато это эффективно. Эффективно и тихо, ну что, было там в Одессе что-то, еще где-то там. А вот попал в Лимане, вот карантин был там достаточно жесткий. Я уже про это рассказывал, поэтому вот еще раз говорю, что и без разницы, болячки, хоть ты олигарх, хоть ты президент. Не будешь вкладываться в эти дела, не будешь заниматься этим делом, прихлопнет она тебя и не спросит, Версачи у тебя, либо еще что. И на какой яхте ты отдыхал, без разницы. Вон, попали на яхте, да? В круизном лайнере. Угу. Богатый, хороший, законопатили, ни к одному берегу не пристанешь. И помирай. И все. Хоть ты какой будь, да? Никто тебя не подпустит. Да. Вопрос. Есть ли какие-то новости от партнеров с Чаплыгина? Сейчас мы этим вопросом не занимаемся, потому что всему свое время я уже говорил, что сейчас у нас экспертиза, потом смета, корректировка, потом дальше все дальнейшие действия движения. Потому что заходить, допустим, в другие коммерческие зоны со строительства, надо уже заходить с конкретными цифрами, на этот момент, пройдя все вот эти вот этапы. Потому что, допустим, вот представьте, если мы сейчас пройдем с проектом экспертизу, и потом этот же проект будем привязывать, допустим, к другой точке, но с другой локации, нам надо будет что? Само здание согласовывать. Там. Надо локацию согласовывать. Да. Все упрощается. На порядке. А сроки как режутся. Там уже можно говорить более конкретно о конкретных вещах. Это точно. На какие требования и свойства испытываются электродвигатели для электромобилей? Ну, требований очень много. Климатика, исполнение, размещение, как вертикально, горизонтально, осью. Мы испытываем в основном электрические параметры, электромеханические в нашей лаборатории. То, что касается климатического исполнения, оно определено конструктивом корпуса, потому что мы корпуса заимствуем от двигателей серийных, поэтому там все выходы, сопряжения, там все это выполнено уже сразу же предусмотрено в конструкции, это уже испытаниям не подвергается. Можно, конечно, эти эксперты не только будут проводить, не только можно, но и будут проведены эти испытания, уже в ходе сертификационных испытаний, но там в основном будет электромагнитная совместимость, безопасность, подтверждение параметров. Вот. Ну и то, что сейчас мы ориентируем применение этих двигателей на малые транспортные средства, где режимы эксплуатации не столь жесткие. Но учитывая то, что по конструкции синхронной машины они дают фору на пару порядков двигателя внутреннего сгорания по строкам, потому что я не думаю, что есть двигатели ДВС, которые непрерывно там отработали, скажем, 40 лет. Электрические и по 60. Есть, попадались ребятам, двигатель пришел на ремонт, сгорел якобы. На самом деле выводные концы, там изоляция резина уже разрушилась, и он замкнул на корпус. Выводные концы поменяли все. 43-й год со свастикой. Серьезно. Это 67 лет. Даже какой 75 лет с победы, да? Плюс 2, это 78 лет. Так ведь производителям автомобильным невыгодно будет такие двигатели к себе устанавливать. Это их проблема. Да. Следующий вопрос.
ради рекламы проекта, когда прокатитесь на электробайке с вашим мотор-колесом, с вашим контроллером. Это важно. Веру людей нужно зрелищами поддерживать. Давно не было покатушек. Это именно к вам вопрос. Да, я уже накатал на нем достаточно много. И видео с покатушками много. И УАЗик таскал тоже на скутере с нашим мотор-колесом. Ну, я думаю, что сейчас более важно другое. Сейчас более актуально выпустить первую партию двигателей и пустить их в эксплуатацию. И начинать собирать обратную связь. Вот это на сегодняшний день актуально. Актуальнее всего сейчас вот документы, реальные шаги. Потому что вот мне говорят, ну давайте мы вот там двигатель намотаем, проведем испытания, сравним. Я говорю, ну это уже давным-давно пройденный этап. Давайте сделаем так. Вы скажите, какие двигатели есть ли у вас вот такие из нашего перечня, которые сейчас разрабатываются, либо каких у вас достаточно много, мы рассмотрим актуальность и очередность этих двигателей для того, чтобы вы потом просто купили новый, поставили. Понравился, заплатили деньги. Да. Все. А заниматься, тратить время сейчас на эти вещи, но я не думаю, что это актуально. Давайте мы немножко вот эту вот паузу переждем, тогда мы все-таки выдадим первую партию, ну и тогда уже будет повеселее. Я думаю, что хочу надеяться на то, что мы в ближайшее время сможем хотя бы сделать двигатели тяговые, потому что их не в таком количестве, там, не тысячами, а десятками будем первую партию установочную делать. Поэтому это возможно сделать на наших площадях, двигатели 70 ньютонометров. Батарейное напряжение 48 вольт и 80 вольт. То есть и так можно? Нет, два типа двигателя. А, два типа. Но габарит тот же? Одного и того же габарит. Нет, корпус один и тот же. Все одно и то же. Угу. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, кто контролирует эмиссию долей Solar Group? Все ли выпущенные доли на данный момент обеспечены реальными деньгами? Общее количество купленных долей ни разу ни на одном из этапов не разглашалось. Думаю, ни меня одного беспокоит этот момент. Ну, доли... Что значит купленные доли? Дело в том, что на каждом этапе доли идут с определенными дисконтами. Поэтому сколько всего будет долей, будет известно, когда все деньги поступят. Потому что у нас же сейчас мы там 12 на 13 этап, переходим в дисконты разные. А за сколько этапов мы соберем все эти деньги? То есть фактически неизвестно просчитать, сколько, какая сумма соответствует одной доле на сегодняшний день невозможно, нет, потому что еще не закончены финансирование. У нас же дисконты, они же не обеспечиваются деньгами. Неизвестно, а проекту надо, да, деньги живые. Да, то есть неизвестно конечное количество инвесторов. Да. Их может быть, ну грубо там, 1000 человек, а может быть 5000 человек. Может, абсолютно, допустим, человек купил пакет на $500, а кто-то там... И больше. На каком этапе, с каким дисконтом, сколько будет инвестировано и сколько будет долей дисконта. Это же неизвестно. Поэтому это подсчеты такие, что... Как вот сколько в кулаке у тебя песчинок? Ну да, это нереально. Перекидывает, да. Ну это даже заниматься этими расчетами на сегодняшний день. Да, на начальном этапе, когда запускались... Там считали, сколько было. Но потом мы двинулись, и я уже много раз говорил, есть логика планов, намерений, а есть логика фактов. Факт вносит, фактическая ситуация вносит свои коррективы. Потому что мы еще даже, я говорю, что мы не знаем сейчас окончательную сумму проекта. Тогда называлось плановой, но вот я же говорю, изменения какие произошли, или какие риски возникли, как они повлияют на это дело в итоге. Окончательно, как скорректировать цену, мы увидим только потом. Добрый день. Скажите, есть ли на данный момент потенциальные клиенты, готовые заплатить за разработку двигателей на Славянке $30 миллионов? Если да, из какой отрасли эти клиенты? Ну, это конфиденциальная информация, которая пока не завершены сделки, не делать это никто никогда вам не скажет. Это только надо быть недалеким человеком, чтобы заниматься этим делом. Потому что слушают нас не только партнеры,
но и далеко не партнер. И создавать себе очередной фактор угрозы, это все равно, что вот я рассказывал, да, к чему приводят вот эти вот настойчивые требования и настойчивые пожелания. Да. Я на примере Solar Group показал учредительство, что проблему, которую можно было решить в течение одного дня, решали полтора месяца, даже два. Внесите в уставной капитал, интеллектуальную собственность. Одного нет, второго нет и так далее. Да? Создали на ровном месте. Ну, это из этого разряда. Потому что есть правила ведения бизнеса, в том числе инновационные, которые нарушать не то, что не рекомендуется, небезопасно. Поэтому, ну, хорошо, я назову вам, допустим, сяду сейчас, назову ситуацию с заказами. Дальше что? Ну, насколько я понимаю, с заказами... Как минимум, заключены договоры о неразглашении, так сказать, намерений. Нет, это само минимум. Собой. Но вопрос в том, что если я вообще эту информацию выдам дальше, что? Ну, порадую вас, да. Как повлияет на вашу судьбу эта информация? Что в жизни у вас изменит? Да никак. На ваш... Никак. А на проект? А на проект может. И очень не серьезно. То, что может, а так повлияет, что мало не покажется. А на заказчика как повлияет? И еще хуже, как а красный. А у него что, конкурентов нет? Да. Нет, ребята, это неосмотрительно, как минимум. А как максимум, это глупо. Было бы с моей стороны заниматься такими вещами. Я уже много раз говорил, даже не спрашивайте. Придет время, все будет рассказано, показано, по факту. Все узнаете. Следующий вопрос. Добрый день, Дмитрий Александрович. Возможен такой вариант, что мы собрали 50 миллионов долларов, а представители Solar Group скрывают. Что скрывают? Ну, видимо, факт того, что мы собрали 50 миллионов долларов. Насколько я понял вопрос. Понимаете, всякое действие человеческое оставляет свой след. Вот как бы ни пытались прикрыть историю России монголо-татарским нашествием, козьи морды лезут. Как бы, почему памятники сносят в Европе с воинам-освободителям, солдатам советским? Да потому что везде лезет, что вы, ребята, профукали, да? Вы, вся Европа воевали против Советского Союза, вас же потом освободили, вам дали свободу, дали государственность, все дали, вам дарено, а вам бабок хочется, за это вы гавкаете, там, вам за это деньги платят. Ну что, и чтобы не выглядеть, уничтожаете. Все это оставляет следы. Все оставляется. Вот есть эффект бабочки, да? Бабочка взмахнула и изменила историю. Поэтому, если вот отслеживать всю информацию, которая идет, сокрытие, там все остальное, попытки, допустим, сокрытия, они оставляют свои следы. И даже вот количество участников, потому что зная средний уровень дохода людей, зная количество участников, можно спрогнозировать суммы, и все остальное, прочее. И даже по динамике, которая отражается, ежедневно отражаются деньги живые, которые заходят, поступают на счета Solar Group, оно видно. Потому что если ты начнешь как-то это регулировать, даже пропорционально, это же высчитывается. Дело в том, что, ну да, допустим, ты решил отнимать одну четверть или там половину, да, денег. Оно сразу станет ясно, почему. Есть систематика, есть зависимость некоторая. Математический анализ позволяет высчитать из персии, где сколько чего воруется, где что крадется и так далее, да. И где-то суммы должны будут пойти в минуса, либо в нули. Потому что разброс по суммам достаточно большой. Если ты начинаешь нивелировать, появляются закономерности. Их можно высчитать. И если это только высчитается, найдутся люди ответственные за это. Кто это делал? Во всяком случае, есть одно лицо ответственное, Сергей Семенов, который за все отвечает. Вы что думаете, ему захочется отвечать за действия всех своих сотрудников таким образом? Планета Земля не такая большая, чтобы одного человека на ней не найти. Потому что мне, собственно говоря, без разницы, кто там, партнеры там есть, которые там начинают генерировать идеи всякого характера.
полагая, что они уже собаку съели, Бога за бороду поймали, да? Рвали, есть такие товарищи, это нормальное явление, без этого быть не может, потому что мы реально понимаем, что мы в реальном мире. Но есть одно лицо, которое за все это дело отвечает, своей головой. А голова у него одна. И поверьте, Сергей Семенович не настолько не дорожит собственной головой, чтобы делать подобные глупости. Потому что такого количества акционеров, дольщиков, спрятаться при таком количестве представительств по разным странам. Даже Троцкий от Сталина не спрятался. Поэтому а тут заинтересованных лиц побольше, чем у Кобы. Ну, понимаете, ну, смысл во всех этих деяниях, ведь, ну, покушают они сегодня, а завтра, а послезавтра. Ну, надо быть идиотом, чтобы рубить дерево, которое тебя кормит. Да, бывают такие идиоты, но это может быть один идиот, а когда их там, людей много, они же обеспечиваются... Собственно говоря, объединены в одно, потому что они кормятся от этого дела. Почему из большого бизнеса тяжело выйти? Если вокруг тебя кормятся очень много людей, да они тебе не дадут оттуда выйти. Любой крупный руководитель, он заложник. Если ты только скажешь, что я хочу из этого выйти, ну долго ты не проживешь. Долго не проживешь. Выйти из крупного бизнеса не так просто, как кажется. Это иллюзия. Это только иллюзия. Это только недалекий человек может полагать, что можем взять и вот сказать, а, я пошел отсюда. Далеко? Не знаю. Но практика показывает, обычно далеко не уходят. Вон Ходорковский, да, занимался крупным бизнесом, захотел там что-то там похимичить. Где он сейчас? Это вот если про крупный бизнес. Более крупные вещи, да? А по 90-м и мелкие там на рынке разборки заканчивались тем, что как. Говорит, как жизнь? Да, как у картошки, а что? А то ли, говорит, по весне посадят, то ли по осени откопают. Приблизительно та же история. Следующий вопрос. Немножко перефразирую, тут, видимо, опечатки есть. Не пробовали сотрудничать с Александром Мишиным? Парень многое объясняет в работе электродвигателей. Ну, я думаю, Александр может и свой двигатель создать. Почему бы ему не создать свой двигатель? Я тоже много объясняю. Я просто много работ смотрел, его очень интересно, нормально. Но, понимаете, задачи разные. Потому что на сегодняшний день, объясняя, не объясняя, мы можем объяснять много в работе двигателей, но нужна вот эта вот вещь, документ. Конструкторская документация, это вообще разработка, что такое? Это не опытный образец, это не это самое. Это документация, по которой его можно сделать. Вот эти документы. Угу. И все остальные документы, которые узаканивают его. Вот в чем ценность разработки. Да, ведь без этого невозможно. Конечно. И вот когда сделали, вот, допустим, ну, Игорь Корхов много двигателей делал, тягов, там, машины свои делали, ребята много, вот Лобов делал, тоже там в Крыму ребята делали, там мы электровозы делали, шахтные троллейбусы делали, там автобусы делали, все это, да? Вот образцы показать, что технология осуществима. Но все это не годится для серийного производства, абсолютно. Она вообще никак не соответствует. Никаких. Это вот сделали на колени, да, вот поехало и замечательно. Производить это невозможно. А для того, чтобы его довести до уровня производства, это надо вот инженеринговую компанию создать. Никуда ты не денешься. Но ведь имеется в виду, почему невозможно производить? Я думаю, у многих будет вопрос. Это то, о чем мы ранее говорили. То есть это соответствие нормам. Вот, надо сформулировать все требования, которым он должен соответствовать. Да. И привести его в соответствие, все технические решения. Ты у себя можешь дома там взял разъем, а вот этот, а здесь вот да. Этот поставил, здесь с этим болтом. Здесь невозможно. Ты должен указать, и обосновать, и посчитать, а будет ли держать этот ток. Как он будет относиться на коррозию, как он будет защищен, как он будет соответствовать.
И ведь, наверное, очень помимо всех соответствует этим IP, ГОСТам, всему, соответственно, еще же есть процесс самого производства физического. Как сделать технологию массового производства? Потому что ты тут можешь закрутить. У тебя есть ключ, хорошо, нет ключа плоскогубцами. Там же это не пойдет. Там, да. И там же, чем меньше участвует в производстве человек, тем дешевле и надежнее продукт. Это аксиома. Ну, да. Если ты в гараже закручиваешь ключом или плоскогубцами, там это не протянет. Болт не подошел, болгарочкой подровнял, и нормально. Это нормальное явление. И как первый образец, это все правильно, так и должно быть. Дмитрий Александрович, как вы заботитесь о своем здоровье? Это оно обо мне заботится. Нет, ну как? Понимаете, ну, даже элементарно простой, вот, Александр не даст соврать, кабинеты находятся на с 1 по 6 этаж. И в разных концах здания. Тут по зданию, ну, наверное, больше 250 метров, да, от одного до другого. Если не больше. Да. И за день 4-5 раз пролетите. Ну, сколько надо? 10 тысяч шагов нашагать? Здесь нашагиваешь тут побольше даже, намного больше, это же по вертикали. Это не Эверест, конечно, но побегаешь, так хорошо становится. Ну, и вопрос в том, что здоровье, там многих напрягают, у меня мешки под глазами, да, там остатки кожи свисающие. Вопрос в том, что я под 60 лет уже было, я бросил курить. Я раньше курил, потом бросил, 16 лет не курил, потом лет 10 курил и опять бросил. А в таком возрасте бросать это занятие, так, как игра в русскую рулетку, чем закончится, неизвестно. После такого срока. Обычно врачи не рекомендуют. Вот это первое. И второе, я уже говорил, что я и плаванием занимался, и подводным, и мото делами всеми этими. Поэтому переохлаждение лица многократно. Надкостницы разбитые, потому что и по морде получал. Многократно, скажем так. И сам бывало давал, да. Поэтому все это оставляет на лице следы свои характерные. Это связано не с избытком, потому что я не употребляю практически это дело. Да, даже вот, ну, так я могу там, конечно, кофе, коньячок добавить раз в месяц там, или стакан вина хорошего выпить. Раз в полгода или в год, потому что не испытываю этого ни необходимости, ни желания. Поэтому это все разные вещи. И у каждого свой жизненный опыт. Но, наверное, по-прежнему в видео вы наблюдали, что, допустим, если какой-то груз приходит, то я участвую в разгрузке. Да? Очень активно добавляю. Да, но я не думаю, что каждый генеральный директор, там, руководитель на предприятии занимается разгрузкой. Почему? Ну, во-первых, безопасность людей, такелажная. Работа у нас специалистов по такелажу нет. Поэтому лучше меня придавят, чем сотрудника, потому что сидеть за сотрудника не хочется. А если придавят, то сам дурак, сам виноват. Это первое. Ну, а вторая, хорошая физическая разминка. Очень хорошая. Поэтому, ну как все, так и я здоровье. Как? В жизни я в отпуске был один раз в 85-м году, с тех пор не был. На острова не езжу, ни на Багамы, ни на Сейшелы, да и не люблю их. Тараканов жрать там экзотические фрукты, ну кому там интересно. Но я думаю, вот гонору и спеси многим сейчас коронавирус подрежет, любителям, может быть, в конце концов начнут понимать, что таскать бациллы туда-обратно, это задание, задача не столь благоприятна. Сейчас весь этот туристический хаб, который искусственно насадили, накроется тазиком медным. Но есть русская мудрость, которая гласит, что где родился, там сгодился. Поэтому что там шляться? Ну, а так раньше вот я плаванием с первого класса занимался всю школу, в институте. После армии плавал все время, постоянно абонементы были, плавание это все было. Вот велосипед, да, любил погонять. Ну а такие вещи, ну, здесь-то раньше не было такой у меня возможности, как железо потаскать,
Ну, это святое. Это святое. У меня всегда дома раньше были и стенки, и тренажеры всевозможные, и вело там, и все остальное, чтобы периодически потаскать это дело, это, чтобы держать себя в форме. Ну, наверное, отсюда и работоспособность. Наверное, ресурс такой рабочий нормальный, потому что иначе нельзя. Для того, чтобы заниматься проектами и работать с такой интенсивностью, ну, нужно иметь крепкое здоровье, естественно. И то даже человек с крепким здоровьем, его может не хватить ресурса. Просто может не хватить. Так что нагрузка сумасшедшая. И психологическая, поэтому надо иметь и психологическую готовность к ведению таких работ, помимо физической, ну и следить за ритмом. Почему? Потому что нельзя пренебрегать питанием своевременным. Вот, так что... Ну, кстати, у меня пузо выросло, извиняюсь за выражение, когда курить бросил, но масса у меня не изменилась. Она у меня все время колеблется 110-115 в этом диапазоне. Поэтому я такой немножко легенький человек, чуть-чуть. Слегка. Да. Для моего роста, когда я это самое называю свой вес, говорят, вы страдаете ожирением. Я говорю, спасибо. Да. Это, знаете, как в военкомат, когда приходит качок такой хороший, ему говорят, вы знаете, у вас ожирение 4-й стадии. Он такой, нормально. Правильно. Мне когда давали тут силомеры, надавишь, он туда встал. Он говорит, другую руку, в другой раз. Ладно. Это здорово. Потому что раньше вот это для большого тенниса мячик, не экспандера мячика. Да, вот обычные вот эти. Да, шлеп, лопнул. И всегда в кармане второй запасной. Это сильно. Ну, это раньше было, да. Таскал постоянно. У нас осталось два вопроса. Давайте. Прошу оповестить заранее, когда уберут возможности расширять текущий платеж и когда это может случиться. Коллеги, это вопрос к Павлу. Я думаю, в ближайшее время они эти, все согласуют, между собой определятся. Павел Филиппов про это все расскажет. И есть возможность задавать эти вопросы по вторникам на вебинаре в 19 часов. Но он квалифицированный в этом отношении, имеет компетенцию. И это входит в сферу его ответственности и принятия решений. Следующий вопрос. К вопросу о долях. Кто проверяет, что инвестор, допустим, из Африки, заплатил за доли реальные деньги? Что это не подставное лицо, на которое просто записано какое-то количество долей? Ну, дело в том, что это в кабинете, в личном кабинете идет автоматически. Вот. А реестры все эти все равно выплывут. При преобразовании в акционерное общество все вот эти, если появятся где-то безденежные, ну, они, как я говорил, всякое преступление оставляет свои следы, они будут, естественно, выявлены, если такие вдруг появятся. Ну, и починут в бозе, как говорят. Ну, знаете, тут еще один вопрос пришел. Да. Я думаю, надо все-таки закрыть эту тему уже. Спасибо. Сосчитать максимальное количество долей можно, если поделить 50 миллионов на минимальную цену доли по первому этапу, должно получиться не менее 10 миллиардов. Вопрос, как это проверить? Понимаете, дело в том, что можно определить диапазон, что будет в диапазоне вот здесь и здесь. Это тоже точно так же, как мы можем представить себе существование электрона в определенном объеме. Или же где существует электрон в атоме в данный момент времени. Это задача того же уровня, того же порядка. Мы можем сказать, что он существует в этом объеме, но где точно находится, мы не знаем. Точно так же мы можем сказать, что вот это вот находится в этих пределах, а сколько точно, мы не знаем. И смысл тогда во всех этих вот угадайках. Можете посчитать, посчитать. Если вам хочется этим заняться, то ради бога. Можно. Я же уже сказал, что ну как? Когда дисконт на одном этапе один, на другом другой, на третьем третьем. Где на каком этапе сколько денег будет реально проинвестировано, никто сказать не может. То, что уже прошли какие-то этапы, да,
мы там можем посчитать, что-то сказать, ну, а смысл этой работы, когда мы с вами не знаем конечную цель, потому что вот это вот, оно в зависимости от конечной позиции, оно изменится, естественно. Массовая доля тоже поменяется. Конечно. Поэтому в угадайку заниматься, ну, это занятие неблагодарное, честно. Вот я уже сколько раз об этом объясняю, но неужели столь простую вещь трудно понять? И никто вам этого не скажет сейчас. Да, можно пофантазировать, если это греет душу, можно сесть, и как в том же произведении, а доедет ли это колесо, коль случится от Петербурга до Москвы? И сидят двое рядом, ну, им интересно. Но занятия неблагодарны. Но результат они узнают именно в тот момент, когда действие совершится. Даже если то ли доедет, то ли нет. Да. Два варианта. Но... Ведь переменных очень много. На пятом этапе может быть столько людей, на шестом уже другое количество. И конечная сумма. А людей это одно дело. А денег живых сколько зайдет, да, и с каким дисконтом. Тогда мы будем знать все количество долей. Тем более, если здесь еще учитывать рассрочки, которые тоже... Довольно сложно предугадать фактическую их составляющую. Поверьте, дело в том, что ну, вот все это, вся эта работа будет выполняться на этапе преобразования, когда будет проходить акционирование. Это будет сумасшедшая работа, конечно. Очень большой объем, но будет делаться тогда. И поверьте, он займет достаточное время. Не так это все просто. Это еще предстоит, этот этап. Как говорится, вы первыми узнаете о результатах, когда придет время. Конечно. Никто скрывать не станет. Естественно. И мне, в принципе, мне самому интересно. И я в первую очередь заинтересован. Хотелось бы побыстрее провести акционирование, закрыть эти вопросы все уже, чтобы они не висели. Потому что, ну, висят же, все-таки постоянно всех это дело будоражит. Некоторые специально будоражат эти вопросы. Муссировать. А некоторые просто из любопытства, а некоторые просто в силу ряда других обстоятельств, скажем. Ну вот опять автор указывает то, что это же максимальное количество. То есть как бы в чем сложность посчитать? Ну сумма-то может поменяться, правильно? Максимальное количество чего? Долей? Долей, да. Ну если мы закончим инвестирование, будет, вот как Павел сказал, все, мы в рассрочках собрали на 12-м этапе. Не факт. Почему? Потому что я сказал же, уже сколько раз можно повторить, что сейчас экспертизу пройдем, потом мы смету проверим, а потом уточнение, сколько доработки и так далее, мы получим конечную сумму проекта. Но тут же надо будет учесть клятву. Опять скорректируем, да, по закупке оборудования. Вся смета опять скорректируется. Будет ясно конечная сумма. Да, замечательно. Мы поймем свою сумму и будем знать, что это уже не вот это сейчас собрали, будет собрано в рассрочках еще вот к такому. А потом выяснится, что, оказывается, вот столько-то людей не смогли проплатить в рассрочках. Значит, подцепились с этого этапа и так далее. А там разные дисконты. И что? Максимальное, минимальное, среднее, десятичное, квадратичное число. Ну, давайте мы статистический анализ устроим там, загрузим людей, посадим, вместо того, чтобы они сейчас считали мне себестоимость двигателей и продукции наших разработок. Сколько же затраты мы несем, и сколько будет при запуске такой партии, мы посадим считать эти доли. Хотя мы только посчитаем, а это все изменится. Ну, то есть, опять же, для понимания, если мы берем разный дисконт, то количество долей после приобретения определенного пакета меняется. Меняется. То есть, одна и та же сумма на определенном этапе будет составлять разное количество долей. И на каком этапе зашел, скажем так, человек... Проект уже меняется. Зашел за одно, а выплатил за другое. Да. Потому что это все считается по факту. Опять же, с рассрочками же есть такая тема, когда человек взял рассрочку, потом в процессе перестал ее платить по какой-либо причине, и потом ее возобновил. Ну, опять же, ситуация поменялась. Слушай, ну, и, коллеги, я бы на этот вопрос мог бы ответить и по-другому. Поверьте, я отвечаю, потому что это вопрос важный, интересует определенных партнеров, инвесторов. Я бы мог сказать, извините, это не моя компетенция, это компетенция Solar Group. Потому что вся информация находится у них сейчас. Оперативная, свежая, сегодня на сегодня, не у меня. У них оперативная информация. И вон, пускай вам они оперативные посчитают. Мог бы так ответить. Но я вам попытаюсь объяснить, как это выглядит на самом деле.
Хотя можно, конечно, взять и сказать, что, ребят, Лавров, там кто-нибудь фантазеры, посчитайте, пожалуйста, дайте ответ людям. И загрузить их работенка так конкретно на месяцок, чтобы нефиг там в отпуске ездить или еще что-то. Надо оперативно выдать. Посчитаю, скажу так, ребят, ситуация изменилась, теперь на текущий еще раз посчитайте. Я не буду считать до самого конца инвестирования, привлечения инвестиций. Буду занят, как в этом самом, про дюймовочку. Не заняться ли нам благородные кроты счетом? Вот, вот тогда, тогда можно будет, да, позаниматься занятием, тогда хватит всем. Вы знаете, вот дело в том, что в свое время в Советском Союзе была введена уголовная ответственность за введение форм отчетности, не предусмотренных госкомстатом. 3 года лишения свободы давали. А один из сотрудников Госдепа американского, который работал в ЦРУ, был агентом ЦРУ, гордится тем, что он навязал Советскому Союзу, работая здесь нелегалом, вот 4 формы отчетности. По подрыву экономики Советского Союза. 4 формы отчетности. На сегодняшний день, вы же посмотрите, какая диверсия идет. Сколько у нас людей работает не в производственной сфере, которая не связана с производством. Большая часть. Большая часть. В советское время такого не было. Да? Сколько людей у нас работает над документами? Меньшая, я бы сказал, часть. Нет, я имею в виду над документами. Вот, печатают их, складывают. Вот я, в этом смысле? Да. Вот я, здесь... когда гражданство занимался, сколько раз мне пришлось переводить паспорт? Да, я понял, о чем вы. 5 раз. Отдавать в бюро переводов. Почему? У меня изымали. Я говорю, ребятки, вот, ну снимите копию, зачем вы? А ведь действительно, зачем? Чтобы эти получили работу. Все работают. В результате они потом это все выкинут. Да. И где-то кто-то на свалке найдет мои документы и попытается этим воспользоваться. Сколько раз уже такое было, да? Поэтому это подрыв. Поэтому вот вопрос. Если сейчас вот, вот этот документооборот, который существует в государстве, вводится в государство, дополнительно, это подрыв экономики государства. Угу. Если ЦРУшник гордился тем, что он только 4 формы отчетности вел, что сейчас у нас делается? Поэтому вот действия людей, которые предлагают нам ввязаться в эту историю, чем отдают? Попыткой совершить диверсию в отношении проекта. Под прикрытием какого-то интереса. Я могу так рассматривать этот вопрос? Имеете похож? Полное право. Не похож? Похоже. Очень похоже. И по мере воздействия загрузить людей, чтобы не занимались работой, занимались чем? Эфемерными вещами. Ну да, потому что здесь на это можно сказать, ну, наймите тех людей, которые будут этим заниматься дополнительных, а потом скажут, а зачем наняли растрата денежных средств проекта, и в принципе здесь можно... Нет, да, даже то, что люди будут задействованы в этом процессе. И теперь введение в учредительство Solar Group понизило скорость отклика на возмущающие факторы, там принятие решения. Тормознули проект? Тормознули. Диверсия? Диверсия. Значит, те, кто радовал за это, кто? Диверсант. Можем так рассматривать? Сложно. Рассматривать можно. Потому что лишнюю работу делают. Загружают проект ненужными вещами. Поэтому вот многие центры, вот исследовательские, инновационные, там отчет. Ты делаешь отчеты, но ты же не окра не делаешь, ты пишешь какие-то бумаги, которые нафиг никому не нужны, которые выкинут. Да. Это я со Сколково, когда вот Сколько воевал в свое время, говорю, вот заставлять в бумажном виде, предоставлять с кураторами, там обсуждал много, в бумажном виде форму отчетности. Зачем? Вы представьте, вот каждый будет квартально, да? Ну нельзя, что ли, полугодичный или там годичный сделать? Сделали. Говорю, что нельзя в электронном виде подавать? Вы же эти бумаги все равно выкинете, куда вы их складируете? Вот сколько помещений надо будет? Слава Богу, сообразили, сейчас в электронной форме, полугодовой, не в полной форме, и годовой в полной форме. Молодцы. Вот тут можно сказать, что сколько молодцы. Хоть в этом упростили, да? А здесь куда вы нас толкаете? Я не против контроля, я не против статистики, я не против всего этого дела. Но она должна быть разумной и своевременной. Потому что все работы, они должны выполняться своевременно. И они должны... быть наполнены смыслом и эффективны, как говорят, дорога ложка к обеду. А нельзя же сделать так, вот ты собрался ехать куда-то на это самое,
на машине, да? А заправлять будешь потом. Да, так не бывает. Не уедешь. Не уедешь, да? Или же ты взял это самое, поехал, а по дороге остановился. Что, да я буду свечи там менять. А вот я не посмотрел, или уровень масла там и так далее. И смотри там. Всему свое время. Ну, или как в том анекдоте, смотрят двое, один копает траншею, другой закапывает. Это что делаете? Кабель прокладываем. А где кабель? А, это же на работу не вышел, который класть должен. Тоже бессмысленная работа. Поэтому бессмысленная работа может убить все, что угодно. Самое главное, правильно обосновать необходимость и целесообразность этой бессмысленной работы. Не будем ее делать уже, бессмысленную работу. Если хотите, обращайтесь в Solar Group. Может, они будут. Ну, у нас уже... Слишком пространно, извините. У нас на самом деле все время уже вышло. Поэтому спасибо. Я предлагаю остановиться, если... Давайте остановимся. Продолжим в следующий раз. Спасибо, коллеги, за вопросы, за разбирательство. Я достаточно эмоционально с самого начала был. Вот. И действительно, вопросы животрепещущие. Самое дорогое удовольствие – это человеческая дурь. Очень долго, дорого обходится. И, к сожалению, нам приходится за нее расплачиваться. Поэтому достаточно эмоционально. Но лучше эмоционально, чем если я приступлю к действиям. Будет хуже намного. Спасибо за внимание. До следующего четверга. Спасибо большое. До новых встреч.